Здравствуйте, меня зовут Аня, у меня трое детей, 11 лет двойняшки Кристина и Егор и 4 года Марк. Мы из города Запорожья. До войны я работала продавцом в магазине, дети-двойняшки учились в школе, младший ребенок ходил в садик. 24 февраля начался страшный день в нашей жизни. Началась война. Слышны были сирены и взрывы, мы прятались в подвалах, школы, садики закрылись, сейчас мы находимся дома. Мы не покидали свою родину, Украину, и свой дом. Днем и ночью слышны взрывы под сирены, прячемся дома в коридоре, но мы любим свою Украину, и мы не собираемся ее покидать. К нам приезжают волонтеры, привозят нам еду время от времени. Сейчас я на данный момент не работаю, работы нету, поэтому мы просим у вас помощи, чтобы вы нам помогли. Мы очень на вас надеемся.